Гороскоп с 4 по 10 декабря для всех знаков зодиака. Овны. Если у вас накануне произошла размолвка, она грозит превратиться в затяжной конфликт. Не спешите с радикальными решениями, примите ситуацию как есть и по возможности устранитесь от лишних споров. Тельцы. Не исключены множественные осложнения в ходе любого дела, а также в дороге. Вы можете обнаружить, что некоторые люди нельзя положиться. Возможно, системные ошибки в задуманном плане. Разочарование в идеале. Близнецы. Начните неделю с приятных забот о себе. Здоровье, быть, душевном равновесии. Избегайте излишеств. Во всем проявляйте умеренность, аккуратность, сдержанность, последовательность. Вообще не будьте дипломатичны. Не демонстрируйте слишком явно свои чувства и финансовые интересы. Раки. Удачно будет интеллектуальная деятельность, возможно, неожиданные встречи с интересными незнакомцами или старыми друзьями. Правда, общение с ними может не входить в ваши планы. Приобретенные в этот период вещи оправдывают все ваши ожидания и прослужат долго. Львы. Отношения с близкими будут складываться гармонично у тех, кто, в принципе, миролюбив по натуре и предпочитает уступить в мелочах, чтобы избежать конфликтов. Обсуждение глобальных проблем непродуктивно и может превратиться в обмен упреками, если вовремя не положить конец такому разговору. Девы. Стоит обратить особое внимание на то, как складываются отношения с окружающими. В этот период именно совместная деятельность будет особенно плодотворна, но лишь в том случае, если ей не помешают мелкие разногласия по нелепым вопросам. Весы. Хозяйственными нуждами и другими насущными делами займитесь в первой половине недели. Остаток же недели многие встретят в дороге, в компании или за весьма захватывающими новым занятием. Это хорошее время для посещения спортивных мероприятий и участия в коллективных многолюдных праздниках. Скорпионы. Благоприятное стечение обстоятельств и удачные идеи помогут преуспеть в работе представителям знака, которые не боятся пробовать новое, готовы отбросить стереотипы и предрассудки. Однако, многое зависит от того, сможете ли вы сохранить спокойствие, не поддаться дурному влиянию и не пойти на поводу у своих мимолетных эмоций. Стрельцы. Могут возникнуть проблемы в оформлении документов, в первую очередь необходимые для далеких поездок. Деловые встречи и обсуждение важных вопросов лучше планировать на вторую половину недели, поскольку эмоциональный фон в это время будет более стабильный. Козероги. Если что-то хотели сказать, но никак не решались сейчас, то смелости у вас хватит на любые подвиги. Физических сил будет очень много. Хорошо бы использовать такой потенциал в мирных целях и с умом. Этот период подходит для ремонта, генеральной уборки, а также для занятий спортом. Водолеи. Первая половина недели подходит для уединения. Возможен временный спад активности, не исключена рассеянность и сонливость. Поэтому не форсируйте события, не беритесь за ответственные задачи. Если вы полны энергии, вложите ее в завершение какого-либо дела или закончите очередной этап большого проекта. Рыбы. Вам пора пересмотреть круг общения, сделав выбор в пользу нужных связей. Если вам надо с кем-то встретиться или изложить кому-то свои доводы, делайте это сейчас. И это наиболее удачный момент для встреч по конкретным поводам. При этом не стоит подписывать никакие договоренности. Не форсируйте личную жизнь и не смешивайте любовные интересы с деловыми.